Во вторник в Самарской области пасмурно, возможно, кратковременные дожди. Температура днем плюс 19, ночью плюс 16. Ветер северный порывистый 5-7 метров в секунду. В Сызрани днем пасмурно, возможен небольшой дождь, плюс 20. К вечеру плюс 16. Ветер восточный 5-7 метров в секунду. В Тольятти днем пасмурно, без осадков, плюс 19. Ночью плюс 16. Ветер северный 5-7 метров в секунду. В Самаре днем переменная облачность, без осадков, плюс 19. К вечеру плюс 15. Ветер северный 5, местами порывы до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%. Магнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.